23 марта 1945 года. 23 марта войска 3-го Белорусского фронта продолжали бои по уничтожению группы войск немцев на побережье залива Фришгаф. Им удалось взять в плен более 1600 немецких солдат и офицеров. Войска 2-го Белорусского фронта продолжали наступление на Данцигском направлении, овладели городом Цопот и 10 населенными пунктами. За 23 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 204 немецких танка и самоходных орудия. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 107 самолетов противника.